Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Ну что ж, мы начинаем свою рубрику, и сразу хочется спросить. Вот ты знаешь, Василий, что китайские императоры жили невероятно долгое время. За счет чего? На самом деле, китайские императоры, благодаря тому, что производятся археологические раскопки, доказано, что они жили более 100 лет, так, именно китайские императоры. И самое главное, при этом были очень здоровы. То есть их внутренние органы были совершенно здоровы. И все потому, что они ежедневно совершали акупунктурный массаж своих стоп. Днем, вечером. И, конечно же, с утра. И то есть это очень полезно. И мы вам предлагаем этот китайский массаж сразу у себя дома в нашей обуви для здоровья. Это тапочки массажные Messenger. Они у нас представлены в трех размерах. Зеленый цвет, который вы сейчас видите, в размерах от 36 до 38. Сиреневый цвет от 39 до 40. И синий цвет следующий. Это единый размер от 41 до 43. Так что, если вы попадаете в эти размеры, сразу заказывайте для себя. И, конечно, я рекомендую заказывать для всей семьи. Но я хочу сказать, что здоровье действительно бесценно, и оно ни с чем не сравнимо. Почему мы массируем именно стопы? А почему не спину, не голову? Потому что это действительно открывает китайский секрет. И самый главный древнекитайский секрет: для того, чтобы быть здоровым, наше здоровье всего нашего тела, нашего организма, оказывается, напрямую зависит от здоровья наших стоп. Вот именно поэтому нужно сделать грамотный акупунктурный массаж стопы. А что оно лечит, наш такой массаж? С чем справляется он? Много на самом деле заболеваний. Потому что на самом деле на наших стопах расположено, сколько бы вы думали, на самом деле более 7000 биологически активных точек, которые напрямую связаны с нашими внутренними органами. То есть точка номер один отвечает за головной мозг. То есть массируя акупунктурный массаж, производя на этой точке, мы посылаем посыл в наш головной мозг для того, чтобы активировать его работу, для того, чтобы действительно усилить циркуляцию крови, прилив крови головному мозгу, чтобы напитать его кислородом. Это великолепная профилактика инсультов. Наконец, точка номер восемь, обращаю внимание, отвечает за глаза. То есть мы можем с вами увеличить свой зрение, потому что расслабляются, идет воздействие на эту точку, и у нас расслабляются окологлазные мышцы. Это очень хорошо и важно сделать. Наконец, желудок, у кого есть гастриты, колиты. И вот смотрите, эти точки, они воздействуют на всю нашу стопу и как бы пробуждают наши органы. То есть я правильно понимаю, Василий, с возрастом наши органы как будто засыпают, они устают, они не хотят работать. Но благодаря акупунктурному массажу мы как будто бы, знаете, даем силы нашему организму, и их просто пробуждают. Я бы даже сказал, что как бы вырастают крылья у нас за спиной. Мы как бы летаем по жизни легко, потому что мы грамотно производим с вами акупунктурным массажем нашу стопу, как левую ногу, так и правильно. Посмотрите, пожалуйста, как они хорошо выполнены, какой они формы. А почему они вот одна больше, я смотрю, головка, да, другая поменьше, одна потолще, другая потолще? На самом деле верное замечание. Вот в данной области вот эти головки расположены повыше. И они потолще в диаметре. Это сделано для того, чтобы дать большие усилия вот на эти биологические точки активные, чтобы они дали больший посыл. Это как раз отвечают вот эти точки у нас за желудок. Для того, чтобы улучшить работу желудочно-кишечного тракта. Вот сейчас на самом деле очень хорошо сделать биологически активный массаж всех наших стоп. Для того, чтобы получить... Смотрите, пожалуйста, как хорошо промассирована стопа. Вот как раз видно, где головки повыше, там углубление побольше, выемки побольше. Вот сейчас великолепно улучшается работа желудочно-кишечного тракта. То есть связь вот этих биологически активных точек имеет прямую связь с нашими внутренними органами. То есть они у нас с вами оздоравливаются. Это прекрасно и великолепно это сделать, и это происходит именно сейчас. Всего 30 минут хождения в нашей обуви для здоровья, и вы полны сил и энергии. У вас отличное настроение. У нас тоже есть доказанные факты из наших энциклопедий. Обратите внимание, что вот этот самый известный долгожитель нашей планеты. Это китаец Ли Циньюн. Три основополагающих его здоровья было: это питание, это дыхательная гимнастика и это акупунктурный массаж стоп. Это важно. Сегодня вы можете его получить в свой дом. Дозвонитесь и оформите свой заказ прямо сейчас. Выбирайте обувь для здоровья для всей семьи. Что делает у нас обувь для здоровья? Для того, чтобы снять ощущение тяжести в ногах, почувствовать прилив сил,
оказывать приятный массаж, чтобы это как минимум делает обувь для здоровья. Для того, чтобы препятствовать образованию натоптышей, ведь это больно натоптыши. Для того, чтобы тонизировать и зарядить энергией весь наш с вами организм. И, наконец, такая обувь позволяет коже ног просто-напросто дышать. Угу. Там не скапливается запах пота. Более того, применяя такую обувь, запах пота просто-напросто устраняется. Это очень великолепно. Ну, что это ж, просто мы, здорово. Да, мы сейчас видим, как наша Светлана воздействует на всю свою стопу, а значит, ее организм улучшается. Вот, Свет, вот покажите, очень хорошо промассированы. Пока мы с вами разговариваем, уважаемые телезрители, дорогие наши друзья, посмотрите, каждые 10 минут оздоравливает свой внутренний орган. Например, печень очень хорошо промассирована. Мы с вами видим справа вот эти углубления. Они очень большие, они больше других углублений по размеру. Это видно визуально. Вот сейчас идет, улучшается работа печени. Ведь печень – это наш с вами фильтр. Да, то есть массируя конечно. Активно каждую биологическую активную точку, мы улучшаем работу наших внутренних органов. Вот она печень, вот она эта точка номер 18. Посмотрите, так. пожалуйста. Вот сейчас мы видели, какой след остается на подошве у нашей гости. Это великолепно идет массаж. И, наконец, сердце, точка номер 33. Наш пламенный мотор. Массируя вот эту точку, у нас улучшается работа сердечной мышцы. Улучшается подача кислорода к сердцу. Это важно сделать на самом деле. Расширить наши сосуды и на самом деле дать сердцу наше питание. Каждый ваш орган получит питание, потому что, делая акупунктурный массаж ТОП, мы с вами усиливаем кровоток каждому органу. Мы с вами усиливаем энергию каждому нашему органу. То есть массаж точек, связанным со всем опорно-двигательным аппаратом. Желудочно-кишечным трактом и печенью улучшается. Это будет происходить. Шея, плечи, поясницы, промассируется каждая точка. Вот они ушли, головные боли. Вот мы избавились с вами от мигрени. И вот, наконец, мы с вами чувствуем здоровый, крепкий, спокойный сон. Хорошо высыпаемся и хорошо просыпаемся. И сегодня, выбирая для себя обувь для здоровья и для своей семьи, вы продлеваете вашу жизнь. Дозвонитесь прямо сейчас. Позаботьтесь о здоровье своем и своих близких. Но вот я, когда маме, например, выбираю в подарок тапочки, она мне говорит: Лена, не дари только тряпочные, потому что я или в душ зайду, или вот, ну, она к нам в баню намокают. Очень часто ходит, да. Намокают, и потом сушить, они деформируются, они распадаются. Что будет с нашей обувью? Она, вот такая обувь действительно Проверяем. Распадется. Там будет неприятный запах. Там действительно она будет распадаться, будут эти нитки. Вот давайте посмотрим, что это происходит. Вы пошли в душ, вы пошли на самом деле в баню, вы пошли в бассейн. Что сейчас происходит? Посмотрите, пожалуйста. Вот сейчас. Мне хочется посмотреть. Топи их, пожалуйста, побольше. Топи. Мало того, что они дают великолепный оздоровительный эффект, массируя наши стопы, их еще прекрасно можно применять не только дома, но можно применять еще, пожалуйста, в бассейне, пожалуйста, в бане, пожалуйста, в душе. Мало того, что они какие красивые. Вот так стряхнули их, пожалуйста. Да? Вышли сухими из воды. Самое именно главное, так скажу. Сухими из воды выходят. Ничего с ними не случится. Ничего не произошло. Абсолютно. Они не деформировались. Они абсолютно. Не деформируются. Они прекрасно держат вашу ногу, и вы не поскользнетесь на кафеле. Именно специально так устроена эта подошва. Так что своей маме просто рекомендую. Сегодня ты без этих тапочек не уйдешь. Вообще, своей маме будет прекрасный подарок. Знаешь, мне кажется, после бани даже стопа более распарена, и мне кажется, стопа более промассируется. Вот когда стопа распарена, время идет, мы с вами говорим, посмотрите, как великолепно сейчас промассировалась стопа. Это просто видно невооруженным взглядом. Каждая биологическая активная точка тщательно промассирована. Ведь каждая биологическая точка связана с внутренним органом. Вы улучшаете работу своего опорного двигательного аппарата. Вы восстанавливаете работу желудочно-кишечного тракта. Вы избавляетесь от головных молей и мигреней. Не массируйте свои икры руками. Пожалуйста, есть средства, есть обувь для здоровья, которая это сделает за вас. Которая тщательно промассирует все биологически активные точки на ваших стопах. Это приятно, это удобно, это комфортно и самое главное, это полезно для здоровья. Выполняйте какую-то работу по дому, оденьте вот эти тапочки для здоровья. Они станут вашей любимой домашней обувью, потому что это приятно.